На чемпионате мира по боксу в Катаре разыграли медали в 5 весовых категориях из 10. Все трое россиян, дошедших до финалов, боксировали в первый день. В весовой категории до 49 килограммов наш Василий Егоров встречался с кубинцем Джоанисом Аргелагасом. Первый раунд Егоров проиграл, во втором смотрелся лучше, но и эту трехминутку судьи отдали в сторону Кубы. В заключительном раунде наш боксер послал соперника в нокдаун, но для итоговой победы этого, к сожалению, не хватило. У Егорова серебро, но при этом он получил олимпийскую лицензию. Ее у России в данном весе не было. В категории до 64 килограммов действующий чемпион Европы Виталий Дунайцев в бою с узбеком Фазлидином Габназаровым был лучше в каждом из трех раундов, хотя один из судей почему-то посчитал иначе. Тем не менее, раздельным решением победу все же присудили Дунайцеву, который наряду с золотой медалью завоевал олимпийскую лицензию. Третьим нашим финалистом был воспитанник московского клуба «Торпедо» тяжеловес Евгений Тищенко. В поединке за золото ему противостоял кубинец Эрисланди Савон, племянник трехкратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира легендарного Феликса Савона. Впрочем, громкая фамилия соперника на Тищенко не произвела никакого впечатления. С первых минут Евгений захватил инициативу, не давая техничному Савону развернуться. Проиграв два раунда, в третьем кубинец попытался взвинтить темп, но Тищенко грамотно довел дело до победы единогласным решением. У россиянина золото и также олимпийская лицензия в весе до 91 килограмма.